Сколько россияне потратят денег на подарки и отдых? Легко можете считать в уме 6-летний мальчик из Азербайджана. Ребенок быстро складывает, вычитает, умножает многозначные числа. В том, что калькулятор ему не потребуется, убедилась Рамиля Тагиева. 6-летний Сейфулла Али сам расплачивается в магазине. Здесь его хорошо знают. 6,85 и еще 5,70. Итого? 12,55. Школьник считает быстрее калькулятором. Продавцы уже не перепроверяют. Самое удивительное, что я не успел даже посмотреть в калькулятор и озвучить цифру. Мальчик назвал ее, не дожидаясь моего ответа. Таких я даже среди взрослых не видел. Сейфулла Али – самый младший в многодетной семье Гусейновых. Единственный мальчик – гордость отца. Они постоянно вместе. Я бизнесмен. С 3 лет сын ходит со мной на работу. Вы не поверите, но он считает наши расходы и доходы. Справляется с подсчетом в различных документах и бланках. Я, конечно, проверяю, но он еще никогда не ошибался. Это несложная задача. Посчитай. Первоклассник Сейфулла уже прославился на всю школу. Программа по математике оказалась для него слишком легкой. Усвоил быстро. Теперь ходит на дополнительные занятия по развитию интеллекта. Он за год изучил программу курсов, которую другие дети постигают за 2 года. Такого никто не добивался. Я уверена, у него блестящее будущее. О своем таланте маленький Сейфулла рассказывать не любит. К внезапной славе еще не привык. Про особый метод подсчета говорить категорически отказывается. Рамиля Тагиева, Хикмет Гуламов, Мир 24.